Та-та-та-та-та. Попробуй разведчика, может, достать. Олень пустился в пляс. Левел ли забрать это? Ну что? Пробовал кофе. Сраный. О, зверя дали. Найс. Блин, вообще так бы сыграть. Ой, блин. Ну-ка, подожди. I think I have an idea. Подъемов ничего не дали. Кружку, наверное. Деньги тоже отлично. Мне кажется, кружка прикольно с моей билкой будет. Да демона. Ой, тоже красивая. Так. Сегодня в город сгонял, устанавливал симку, но вот карта так и не смог его пипаспорт, где-то между Питером и Калининградом потерялся. Трэш. Как эту карту не отснайпили с первой тычки? Ну как? Зверек на меня залез, я такой сел рядышком, фоткаю его, он бац, у меня на коленочках уселся. Какой? Я что-то пропустила. Wait. Это мы заберем. А, который кофе делает. Понял. Живой ферментизатор. Как красиво звучит, если не задумываться. Ау. Ну, плюс карта, кстати. Кайф.
Чё, как думаете, дадут триньку? Дадут? Ну, либо мы тоже как бы кофе ферментизированным слоном. Слоном? В смысле слоном? А я хотел красного продать, лол. Ладно. Ничья. Слоновий кофе. Одни грёбаные демоны дают Налу. Ну как это, блин, нахрен работает? Типа Налу мне предлагают, только если я играю один архетип. Это нормально? Сначала тебя, потом тебя. Потом тебя. Я сначала просто прочитала, что зверёк залез, а потом прочитала про слона и чуть немножечко офигела. А там паутина. Очень плохое кино. Мы, конечно, оценили всё. Всю прелесть этой картины. Деньги надо было брать. Пиво тупое. Стань нала. Да боже, блин, может продать эту мышку, чёртовой матери, не знаю. Как будто мне вот это вот больше подходит. Специально не поставил мышь. Вот она карта, я ее ищу, пипец. Я все переролила, ее нет. Все оказались в одном поезде, да? Судьба, судьба. Судьба тупа. Кстати, нет ни лемов, ни свиней. Значит, это сильно. Да что ты за жопа такая?
Ну неужели? Наги. Хочу ОФК. Ну и шляпа. Guns for hands, yeah. Стала своими драконами. Удобненько. Блин, хотя надо было раскопку, может быть, с раскопкой шестерки сделать. Текс. Ладно. Мехи, демоны. Ну, против мехов тоже еще понадобится. Один Урзулул все равно Урзулул. Тиран стоит. Так что надо уже пора бы его продать. Опа, выбили. Если мы сейчас с мехом, то Гуля тоже нужна. Угу, не с мехом. Ну, кстати... Why not? Три. Упс. Не зря я поставила White Main. Borderlands не смотрела и не буду, потому что знаю, что он очень плох. Чем не смотреть плохой фильм? Без чата. Тогда так все вместе. Да. Ой, я отсюда могу забрать. Ладно.
Я хотела стенку еще одну, да? Отклива. Ха-ха-ха. Too small. Не разбивается проходчик. Ну боже! Убей хотя бы одного! О май гад. Ты что такой слабый? Ну конечно, теперь ты ударишься в самую большую. Боже, проходчик не умирает, это умирает. Какая же трешанина. Чё, скам, да? Скам? Скам, ребята. Поздравьте. Поздравьте, меня заскамили на 17%. Как обычно, самый счастливый и удачливый человек на свете. Тут хотя бы у меня 8 сновин было. О, первая карта нашлась. Спасибо большое. Не знаю, может быть. Такое большое. Мне только заруинит. Вот это мне, кстати, может помочь. Дождаться, пока она выживет. О, уже нормально. Спасибо, что подрос. О, видите, эта карта, ну, эти карты позволяют дать нам побольше времени столу, чтобы хоть что-то умерло до сектантки. Айкобо. I knew you would be on Baron. О, хорошо. Таппер точно победа. Теперь точно победа, 100%. 100%! 100% победа! Сто процентов! Я ее и хотела, да.
Ну, слушайте, я считаю, что запинали вполне себе без хайрола. Чисто на настойчивости. Давай не тебе, хорошо тебе почитать. На настойчивости выиграли. И сейчас зароляем, конечно. На настойчивости. Каму, спасибо. Бил через настойчивость. Ей! Блин, сценарий такой же, как вчера, один в один. Ты еще не подписан на канал? Сейчас самое время это исправить. Также переходи на Twitch, если хочешь смотреть трансляции онлайн, Telegram, чтобы быть в курсе новостей, и Donation Alerts, чтобы поддержать меня.